Дорогие друзья, мы находимся сейчас в центре Саранска, в районе железнодорожного вокзала. Но здесь достопримечательность не только этот вокзал, но и почтовое отделение номер 3. А еще достопримечательность – замечательная заведующая этого отделением Валентина Васильевна Микушина. Замечательнейший, скромнейший человек, который больше 30 лет проработала в этом отделении на почте Мордовии, почте России. Более 30 лет, дорогие друзья. Я ничего не перепутал, Валентина Васильевна. Она приехала в свое время с красивейшего города. Она бросила город Киев ради большой любви. Александр ее сюда привез. И вот она работает, много-много живет здесь. Счастлива. У нее есть дочка. Сын. Сын есть. Есть внуки. Сколько? Четверо. Четверо внуков. Это замечательно. Это самое главное богатство. Но главное еще богатство у нее – почта. Любимая почта. Дорогая, любимая, ну, можно сказать, землячка, потому что я тоже чуть-чуть с Украины. Расскажи, пожалуйста, как тебе работается сейчас? Хорошо работает. Хорошо работается. Работать хорошо, люди хорошие, коллектив замечательный, дружный, сплоченный. Доброжелатель. Ну, молодцом, хорошо. Но я знаю, что это трудная работа. И зарплата еще не всегда та, которая достойна, чтобы этих трудов. Потому что я знаю, что за вами вот отделение связи, а там уже очередь образовалась. И всех надо обслужить. Замечательно. И такая работа у каждого почтальона, который несет на себя большие нагрузки. Есть такая возможность поздравить всех с Новым годом. Пожалуйста. Я всех поздравляю с Новым годом, всех россиян, всех украинцев, весь народ, который есть на планете, я всех поздравляю с Новым годом. Я желаю всем здоровья, счастья, добра, улыбок, и чтобы мир был крепкий-крепкий на земле, чтобы все-все у всех ладилось. И чтобы с Украины образовалось. Чтобы везде, чтобы была дружба между людьми. Мы люди, мы все одинаковые. Валентина Васильевна, мы все должны давайте еще друг откроем маленькую военную тайну. Я знаю, что вы спеваете очень хорошо на украинской мове. Что-нибудь немножко? Нет. Ну что-нибудь, пожалуйста, строчку хотя бы одну. Ну любую, любую. Любую строчку, пожалуйста. Нет, 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 пожалуйста. Ну, на украинском. Что вам на украинском спеть? Песен очень много. Это очень народ песенный край. Песенный украинский, край, да. Добрый. Мягкие песни, лиричные. Не могу. Ну, любую строчку. Бурила сосна, палала. Бурила сосна, палала. Бедная девчина стояла. Бедная девчина стояла. Эта песня, дорогие друзья, поется на каждой свадьбе, завершение всех украинских свадеб получили этой песни. Все, получили этой песней. Песню, да? Нет, все денежки получили. Видите, хорошо, даже вот записаться хорошо, тоже надо и труды хорошо свои почтовые как соблюдать. Человек пришел, ей надо поинтересоваться. Валентина Васильевна, и вас спасибо и за песню, вас с наступающим Новым годом, счастья, здоровья, и супругу, спасибо, конечно, Александру Васильевичу тоже поклон от нас. Что привез сюда.